Здрасте. А кто это тут такой быстрый? Не знаю, что с светокором. Я все ломаю. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, как громко. Еще когда меня не было, понял. Так, нет, вернись. Кто? Ага. Камера, фильтры. Вот такое может быть с светокором. Лучше, хуже. Так, секундочку. Так, хорошо, но тебе борода вечно. То желтая, то зеленая. Так-так в жизни просто. Инорис, Ин-32. Так, реши.и. Угу. Финиш. Table replacement, the log, статистика, settings. Все нормально. F2. Поехали. Так, мы сейчас идем вырезать банду. А, не, мы у доктора. Мы открыли сейф. В сейфе было 2 слитка. Ключ от здания. Так. Во. Гражданских не убиваю. Пока что. Еще один живой. Так, у меня же есть... О, усыпляющий. Ну, ладно. Ох ты ж. Единственный, кто... Опять ты, реально плохую, да. Единственный, кого я оставлю в живых, чтобы рассказал обо мне. Привет, Волнер. Есть что-нибудь? Нет, ничего нет. Только крысы. Крыс я убиваю тоже. Два болта.
И пули. Хорошо. Это криков полгорода с тебе. А не. Отрывки из брошюры о профилактике чумы. В городе до сих пор ходят лживые слухи о чуме. Укус свечного хрустака не защищает от заражения. Толченая малярийская орхидея не является лекарством, несмотря на домыслы, будто бы хрусталики из орхидеи и орхидея входят в состав бальзама Пьеро, эликсира Соколова. Заблаговременное употребление названных выше лекарств является единственным известным способом избежать болезни. Кроме того, аббатство обывателей призывает избавиться от суеверий. Дым от двух сожженных минок и одной кошки нельзя вдыхать, произнося имена умерших от чумы. Это не защищает от болезни и не является еретическим ритуалом. Всякого же еретика смотрители будут преследовать со всей строгостью. Запомните и сообщите соседям эти простые меры защиты. Избегайте контакта с заболевшими, ежедневно принимайте порцию эликсира, желательно утром. Сообщайте властям, едва заметите признаки заражения других. На других. Лишь совместными усилиями мы сможем остановить болезнь. Рановато игра вышла. Отрывок из трактата о семи запретах. Умерь беспокойные руки, ибо они быстро становятся слугами чужого. Не занятые честным трудом руки тут же стремляются к неправедной наживе, пустым стремлением и злодеяниям. Зачем нужны руки, которые крадут, убивают и разрушают? Лучше положи их на плуг, вилы или лопату. Даже самая грязная работа, исполняемая с должным усердием, выжимает мускулы, изгоняя злые из души и тела. О, 2000 монет за него. Здрасте. Не, я сверху хочу выйти. Пусть подумают, что ограбление. Я родился и вырос в Гристоле. Юность моя прошла в небольших городках. Обвисательный Даунтал, я приехал уже взрослым. Здесь, в столице, я научился ценить искусство. Когда выпала возможность описать мои путешествия в Серкинс, Тиви и Морли, я оставил должность клерка, который занимал при покойном лорде Эсте Морли. Как и многие другие жители Даунтала, я слишком привык к высокой культуре и был порядком разочарован Морли. В своем дневнике я поведаю, почему нахожу праздник послабоев утомительным, несмотря на яркие флаги, голые ноги и красные платья. И почему стремлюсь забыть вкус знаменитого студия из языка хищного буйвола. Привет, Перлакин. О, кровяная колбаса. Что еще есть? Ага. Сиров максимум. Так, я там вижу ману. И все. Состояние кормежки. Четвертый день, месяц ветра. Часть человеческого тела. Мешок, груш. Крысы не проявляют интереса. Мясо съели. Туловище съели. Без корма едят друг друга. Горничные что-то сделали, кормежка до месяца тьмы. Ключ от кладовки, от лаборатории. Блин, я не хочу их открывать. Ладно. Не хочу, не буду. Интересно, где кладовка? Ладно, в любом случае мне наверх. Что это за магическая музыка? Дверь на бульвар. Мы были тут. Нет, подождите.
Не закрывайте меня. Тут были, тут это. Отстание Гальвани. А, ну тут я был. Все, походу. Мне на улицу. Да. Помехи какие-то. Прививки нормально. Так, вот высокий этаж. Там не пройти, мне на винокурню. Так. Здесь все норм, здесь у меня ничего нету. Ты мне не нужен. О, болты. 4 штуки. Приятно. Не могу больше пуль нести. Ладно, на винокурню. Ничего нет. Просто дверь, просто дверь. Нож. Волосы хромаком стали. Я могу их резиночкой связать. Жесть, темно, и дождь идет реально на плохую. Ну да. Haters fired the first shot, but Bottle Street gang fired the last. Я прозрачен. Мне многие так говорят. Настолько я честный. Чёртова дерева, дай пройти! Пули, граната. Ну я им. Так, залутать. Так, хотя бы болты нужно вернуть. Так, бандиты. О, ключ. Универсальный, это винокурни. Хорошо. Так, где еще болты, которые я промазал? Не вижу. Ладно. Ладно. О, усыпляющий. И еще один универсальный. И ладно. А, сейчас прочитаю. До месяца рода мародеров почти не было. Теперь их становится все больше. Первое время их видели очень редко, но теперь их все больше, и это пугает. Схема у них простая. В портале вспыхивает чума, туда отбегается стража. Мы оцепляем здание, разбираемся с плакальщиками, вывозим людей с первыми признаками плесени.
Затем делался специнспектор, а юристы оформляют передачу имущества в собственность парламента. А вскоре, как по заказу, появляется банда и буквально разносит дом на куски. О. Черный рынок процветает. Каждому нужно всегда набиен, далеко не все могут его себе позволить. Даже эликсир Соколова не помогает тем, кто уже подхватил чуму. Но если пить это зелье каждый день, заражение можно избежать. Некоторые банды научились покупать небольшое количество эликсира, разбавлять его водой и продавать. Должен признать, если бы я не получал эликсир на службе, тоже пришлось бы покупать его на черном рынке. Это все стражник пишет. Так, отсюда я могу что-то куда-то? Ну, давай. Спасибо. Тут же ничего нет. Я просто так весь этот путь проделал. Да, тут ничего нет. Я просто так весь этот путь проделал. О, костяной амулет будет. Тут нарывается точнее. А можно вернуться? Можно. А зачем? Не знаю. Там же ничего нет. Тут ключ, 20 монет. Что? Кто? Хочу больше ключей иметь. Инструмент, это клево. Эликсир, окей. Я должен же иметь хоть какую-то совесть. Так, просто высокий потолок. Никого, ничего не вижу. А что это? Зачем это? Ага, не могу я так. Трюк изыданы до чумы книги, в которой описываются товары данного. Нет в империи более известного напитка, чем виски старый Дауну. Этот виски не только отличается от мина вкусом, но и является важнейшим традиционным напитком всех слоев населения. Капитанов, пересекающих Великий океан, обязательно припрятана в каюте бутылочка этого славного виски. Лучшие заведения держат обязательный запас этого напитка, и даже фермеры Кристоли непременно покупают старый Дауну, чтобы отпраздновать рождение здорового ребенка. Некоторые предпочитают изысканные напитки, вроде бренди King Street или Марлинских вин. На продаже старого Даунула в течение первых лет правления императрицы Самины Колден продолжает расти. Нет сомнений, так будет и впредь. Выдержано и разлито в винном квартале. Виски старый Даунул — лучшие виски на свете. Ну что ж, нота не мор. Крестон, завтра я проверю новую партию. На этот раз не забудь надеть штаны и строго соблюдай рецепт. Одна часть эликсира скалова, одна часть пасты из буковой смолы, две части подслащённой воды. 1:4. Вот сволочи. Это все. Чем больше настоящего сна ты добавляешь, тем меньше этот раз распространяется, тем меньше монет я зарабатываю. Мы тут неблаготворительностью занимаемся. Я не за... Мать твою. Я... Фейлил.
Так, Джеку тоже помоги, потом в одной из миссий будет сцена с ним и ветошью. Я подумаю. Можно как-то... Вот так вот, да. Стелс. Ага, хочет брата. Я тоже хочу его брата. Гачибас. В нем та дверка интересна. Что там написано? Дистиллери. Резерв? Резерв, да. Then a woman laughing, just laughing and laughing. Then music, a kind of plinky plonky sound. Какая-то промывка мозгов, что ли? Что в смысле? Служанка со вдвоем на кухне полночь кормили ведром, оборона жена, проснувшись одна, тишину навела топором. Ну давай. Готов? Говори. Веселый моряк из Гвистоля любил одну шлюху до боли. Но беда с ним случилась, сыпь появилась, и умер моряк из Гвистоля. Он неплох. Тихо. Я не хотел убивать шутников, но они сами напросились. Я ачивку даже какую-то получил. Сразиться с 5 врагами и убить всех. Руководство по работе. Приладить пустую склянку к крану, повернуть вентиль, заполнить полную склянку с эликсиром, повторять, пока дистиллятор не опустеет. Склянки не пить. Так, покупатели. Тут еще? Да, монеты. Монеты я беру. Это типа если я бы хотел приготовить. Ну ладно. Так, бальзам не могу взять. Тут ничего нету. Эх, я уже убил. Оп, деньги.
Привык из записок естествоиспытателя. Больше года я изучаю эту проклятую чуму. За это время я провел вскрытие нескольких тысяч крыс. Они размножаются и взрослеют так быстро, что можно вырастить. А, это мы читали. Я забыл. Ага. Бордели неотделимы. Быстрый боец. Оружие в руке не замедляет вас. Оно замедляет меня? Тогда я хочу. Вместо глубокого вдоха. Ух, я спринтер. Понял. Тихо. Кошель. Ага. Тридцать монет. Мина, граната, пули. Ой, не зря сюда зашел. Куда еще? Выше нельзя? Выше нельзя. Ох ты ж. Ай! Проблемка. А, это полиция. Ну ладно, полицию не буду. Полиция может пожить немножко. Смотрите ли это военный орден, который борется с колдовством? И к Шуре. Так и есть. Так, в старый ветошь зайти. Привет. Я знал, что ты меня не подведешь. Теперь я смогу без опаски гулять по набережной. Милый, только не думай, что я забыл про подарочек. Сходи-ка наверх. Оп. И теперь я наконец-то могу... Проворство. Три руны на третий уровень. А у этого чувака же продавались руны. Кто бить это ж? Идите к черту. Нет, ладно, это бедная женщина. Мы считали ее историю. Ну да, сошла с ума немножко. Бывает же. Так себе, что она чуму подэтовала, но...
Never, never, never. Бывает. Чувак, ты случаем руны не продавал? Да. Покажи давай добро. Не, он руны не продавал. Окей. Лево пройти, раз что. О, у меня дубл джамп появился. Отлично. Холодный как гарпун китвоя. Лет 50, не меньше. Дядька, за императрицу Вэлл, бедная старого хрыча. Императрицу я уже и не вспомню. Мы же всех предупредили, за киллингом наше все. Хорош, как там хабар? Двадцатка и два эликсира. Казалось, что 25. Смотри, 20. По пятерке на брата, считай бу. Хочешь, чтобы я тебе карманы вывернул? Остынь, малыш. Малыш, у тебя в штанах, думал меня кинуть? Да в смысле, я ж тебе помог? Тварь. Long live the Empress. Она была венч. Не помню, что значит венч. Риски разберутся. А-а-а. Still crying about that dice game. Тихо, тихо, тихо. Оп. Сюда. Тут его не должны найти, я надеюсь. Там можно взорвать, но я не хочу. Я хочу пойти налево просто, чтобы посмотреть, что там. Эта же сука вроде цепляется, как я помню. А. О! Не долетаю. А, не, долетаю. Руда, руда, с ракет. Так, тихо, 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 наверх не смотри. Нельзя. Тут двери нету, есть баг. Вообще ничего. Жаль, жаль. Ладно, есть крыша. Кого ты найдешь? О ком вы? Ой-ой, нет. Нет, давай не надо. А, его разбудили.
Такое. Поехали. На площадь Худжа. Я хожу за водой. Жачка, спасибо за фоллоу. Прям когда я отошел. А алерт высветился? Надеюсь, что да. Дритин Мартин. А, что мне с ним нужно сделать? А, поговорить с ним. Ага, дойти Эмили. Постепи капитана Карнелл. Здорово, Мартин. Говорят, на второй день кожа начинает сходить кусками. Это правда? Или хуже всего зуд? Или крысы? Здорово. Здорово. Ну и вид у вас в этой маске. Я знаю, кто вы и что собираетесь делать. Я могу вам помочь. Ты, наверное, не помнишь меня? Вместе давно. Мы дохотели вместе. Артём? Вот зашел ганстримчик. Тимур? Да. О, что там, что-то помню. You never appreciate the fine masonry of Dunwall's cobblestones until you've had your. О чем все? Feels good to stand up straight. Помни еще. What you're here to do tonight is of the highest importance. Плюс минус. We've got to find Emily. So kill Campbell. Кстати, на важность мы должны найти Эмили и убить Кэмпбелла. Search his body for the journal. Ага, дневник, черная книга. И уходить. Хорошо. Да, давно, конечно, не слышались, не общались. Но я относительно недавно вспоминал тэквондо, поэтому... Может быть, из-за этого вспомню. Будто бы это что-то плохое. May all the spirits guide you, and may our enemy's head hit the floor without you taking a scratch. Так, окей. Пульсите перенос. И без проблем. Может, это заперто? А, просто заперто. Ай. Туда могу, туда не могу. Тут деньги, да. Студентская руда. Найти в архивах сведения о клейме еретика. Инструменте для отлучения смотрителей. Да, нашел. Просил музыку, черный. Дочинник, казушу к тебе, гляжу, у тебя ламповые стримы. О. Кто знает, каким клеймом отвечают смотрители? Даже верховные смотрители. И стены расширили наши законы и были навсегда изгнаны из рядов ордена. Помни. А, то есть... Оно работает на всех. Так, там дверь. Там лимения. Приятно это слушать, приятно. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Indeed, I believe so. Я вот очень хочу в эту дверь.
Тихо, тихо. Вот да, туда. Гранатка. Только не говори, что кто-то вошел. Хорошо. Ага. Ага, окей. Закройся. Да бы тут. Даже смерть приятно. Вейланд, сегодня вечером здесь будет капитан Карнов с сопровождающими. Позаботьтесь, чтобы на посту их пропустили без проволочек. Я собираюсь выпить с капитаном в кабинете и хочу, чтобы он был в хорошем расположении духа. Заодно будьте готовы защищать пост изнутри. Если переговоры пойдут не так, как я ожидаю, нашим смотрителям следует оставаться наготове. Вдруг Карнов и его люди только подтвердят скверную репутацию городской стражи. Верховный смотритель Кэмпбелл. Короче, будут дополнительные люди. Кем была назначена встреча? А, в кабинете. Отлучиться к любого даже. Книги. При себе книга. Угу. Добраться цели можете разными способами. По улицам, переулкам, по крысиным норам, крышам, стокам. Экспериментируйте. Хорошо. Вот исток. Главное на крыс не наткнуться. Шутся по пельменю справа. Направо пойду. На псарне остаться в канцелярии. Угу. Ладно, го на псарне. Блин, я хромак. Сегодня по сторонам не смотри, мой мальчик. Говорят, по округе смотрят, ходят злые люди. Сведения да. Обновлены. Это же я, Брайли, остальные шли в затопленный квартал. Так что сегодня буду только я. А ты можешь, пожалуйста... Или тебе в маску норм? Чуком в другом месте. Сверху ничего не сделать. Оп, так, минки мне максимум. Колбаса. А, типа могу открыть. Не, лучше оставайтесь там. Found Cage Release. Раз, два, три. Кто? Давайте без этого. Хорошо. Так, в кабинет. Туда. Тихо, 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 тихо.
Ну. Рун, кстати, нету. Жаль. Обжор заболел. Я отправляюсь за лекарством, прошу ни в коем случае не открывать клетку. Пес злобный и лютый, не хватало еще, чтобы он бросился на смотрителей. Не. Можно, пожалуйста, спасибо. Что это там? Красненькая. D, F, E. Ни в коем случае не откройте эту клетку без моего ведома. Обжор болен очень... Да-да-да. Что это? Рычаг, открывающий дверь псарни. Out, seek hound disposal. Интересно, где код? Открывается рычагом. А, F. F. Ага. Я не глупенький. Выживший. Ну, такой себе выживший. Ну, Йорк. Кошель. И себя закрыл. Ага. Отрывки с бесплатной брошюры о 7 запретах. Ежечасно помни о запретах и спасешься. 7 запретов лежат в основе учения сера, наслаждаемого смотрителями на... островах. Отсюда проистекает правило общественной стои и представление устройства мироздания. Семь запретов. Блуждающий взор, лживый язык, беспокойные руки, бродяжные ноги, необузданный голод, распутная плоть, рассеянный ум. 1, 3, 4. Ты помнишь, что все эти запреты, чтобы защитить душу от зла? 1, 3, 4. 1, 3, 4. Не. Наелся и спит. На площадь. Тут я был. Я тебе колбасу сожру. Что ты мне сделаешь, а? Что ты мне сделаешь? Ничего ты мне не сделаешь. Тайник. Оливер разбрал наше сокровище и спрятал в комнате кремации. Ты ищешь все под мертвыми собаками. Никто не станет там искать. Вспомни номера запретов, чтобы открыть дверь. Лживый язык, блуждающий взор, рассеянный ум. Ага, и берегись крыс. Лживый язык. Это там блестящим. Есть идея, почему ты растворяешься? Потому что свет в игре... похож на зеленоватый. Он на меня светит. И поэтому растворяет. Лживый язык, блуждающий взор, рассеянный ум. 2, 1, 7. Два. Один. Семь. Жалко этих чуваков, которых я случайно оставил. Так, дротики, механизм. Все остальное. Ну ладно, сиди прозрачный. Ай. Так, давай я его спасу. Я тебя спас. Спасибо, потом скажешь.
Стане волкодавов. В каждом приплоде в среднем оказывается 4 хороших щенка. Слабых и негодных следует сразу же утопить. Оставшиеся должны 3 месяца кормиться молоком матери, где можно приступать к обучению. Начинать следует с простых команд. Принеси палку и сидеть тихо. Гадить только на улице. К 8 месяцу следует учить молодых псов искать куклу в кустах, убивать кабанов по команде и сбивать с ног задетого в защитные доспехи человека, хватая его за предплечье. В конце первого года мы проводим испытания. Псы, не прошедшие его, уничтожаются. Те же, что успешно прошли обучение, передаются смотрителям, и больше мы их не видим. Заключением одного случая. Однажды наблюдали клеринг, мимо меня прошел смотритель, который читал летание Белого Утеса и рассказывал о вреде колдовства. Завидев меня, его пес остановился, начал скулить и вилять хвостом. Только так я понял, что это был один из срочных пинков. А ну давайте, раз начали! Кто будет завершать работу? Он, кстати, выжил. Хорош. Да, здорово. Просыпайся. Канцелярию. Глаз нажать. Тайна комната. Рядом есть руна. Не, пусть играет музычка. Праздник Фуги. В конце каждого года, после завершения месяца песен, начинается праздник Фуги. Новый год еще не начат, а старый уже позади. Время праздника находится вне календарей. Это пора гуляния и веселье, когда можно забыть о традициях и правилах, которые соблюдаешь весь год. Многие выходят на улицу и поднимают настроение винами и особыми травами. Другие раскрашивают лица или носят маски, чтобы представиться страстям. Оставаясь неузнанным. Когда же небесные тела явно свидетельствуют о начале нового года, верховный смотритель дает сигнал исполнить гимн искупления. На этом праздник Фуги завершается. Все возвращаются по домам, жены к мужьям, а мужья к женам. Враги опускают оружие, все огни гаснут. Никто не вспоминает обиды, нарушенные правила, нормы приличия и даже клятвы. Этого времени нет в календаре, и поступки, совершенные в этот период, не имеют последствий. На утро наступает новый первый день месяца Земли и начинается Новый год. Кто-то тут шалит. Мои девочки. Кэмпбелл, не знаю, как действовала моя предшественница, но смею вас заверить, у меня свои правила. Если впредь одна из моих девочек попытается вас шантажировать, будьте любезны, пришлите ее в золотую кошку. Не придумывайте ничего самостоятельно. Мне пришлось заменить уже 3 девочек, а это сильно бьет по карману. Тяжело зарабатывать на плоских утехах в этой чумной дыре, что мы зовем городом. Норм маска. Может, смертельную тень? Не, я очень хочу вот эту. Времени неплохо. Угу. Темное зрение тоже хорошо. Но я хочу про ворс сначала. Говорю вам, братья, что мы станем праведной силой на пути наползающей тьмы. Мы объединимся против невидимых думахов, готовых унести нас ночь.
мы больше не узрели ни домов своих, ни семей. Вместе мы станем кнутом пастуха, что возвращает заблудших овец, дабы они не попали в пасть чужого. Наши добродетели разожгут яркий огонь, который укажет путь другим. Тем же, кто сойдет с верного пути, мы нанесем удар, дабы не стали они нашептывать ересь соседям и не наполнили их сердца тревогой и смятением. Пытается для праведников. Ай. О, рунка еще сверху. Надо будет заскочить. Так, пистолет. А, не могу пистолет поднять. Как же темно. Рядом есть руна. В кабинете, да? В кабинете. В кабинет мне пока рано. Так, давай, давай, давай. Ух, прошел. Это чудо сложного. Did you get caught in the lockdown last night? 6 hours. 6 часов убили, обыскали все снизу вверху, из еды только помои, которые мы раздаем бесплатно. И разумеется, мы ничего не нашли. Did I ever tell you, one time one of the second floor shutters got stuck open, and I thought I could slip out. I couldn't find a way down. By the time I got back, it had snapped shut. I spent the best. Так оторчал на карниз до конца облавы. Вот лох. Maybe the outsider was watching. Ну, была не была. Так, выключите вы из Колдриджа, придумал Мартин. Это точно, но зачем ему Корва? Человек, которого боится вся империя. И да, мало не рвет, он очень жесток, оставил с собой след из трупов. А как он увернулся от топора? Тут бы с черной магией не обошлось. Да ему помогали, но кто? Следы ведут к Мартину, но ведь Мартин знает всех и вся. Четвертый запрет. Придяжные ноги не дают хозяину покоя. Бродят повсюду, нарушая границы чужой земли. Носят дальние края, откуда человек возвращается с душой, скверненной со страданиями и злом. А зачем нужны такие странствия? Разве станешь ты ходить по горящим углям или битому стеклу? Тогда зачем входишь в дома честных людей или в логово неведомых обитателей? Ведь это суть равной деяния. В бездну ведет сей путь. Укрепи ноги свои, дабы ветры чужого не смогли даже поколебать тебя. Где эти? Не вижу. Ага. Безвильная сверху крысили на сигнал, а если он доберется до реки, то что-то там. Тихо. Чем убивать императрицу, наверное, он спятил. Да не. Так. Отдохни, полежи, подумай. А там уж. Актуальные данные на Курватана. Тесные перемещения. Вернулся после двухмесячной служебной поездки. После отправления из Гристоли посетил другие крупные острова по распоряжению императрицы Жасмины Колдуин. Вернулся с дурными известиями. Сразу же был обвинен в убийстве повелительницы. Последнее нахождение. Катакомбы тюрьмы. Очевидец. Надежные показания средние. Подтверждений нет. Показания, подходящие под описание персоны, беседовал с неизвестной особой женского пола у главных ворот Академии естественных наук. Надежность показаний низкая. Персона общалась дружески с пастухами недалеко от города. Шарлотта. Показания низкая. Говорит с чужих слов. Послушал разговор, в котором упоминалась интересующая нас персона. Союзники неизвестные, учитывая прежнее высокое положение, следует обыскать квартал особняков. Нате. Там снизу чувак.
Тут кто-то что-то есть еще? Да. Закрытое личное дело. Дело Агаты Харкорт. Указание Мэри Уоллес. Однажды ночью я почуяла странный запах, доносивший из комнаты Агаты. Выглянув, я увидела, как она сжигает какие-то маленькие кости с колочком волос. Указание Гилберта. 4 дня подряд, всякий раз, когда я возвращался с работы, Агата сверлила меня взглядом из-за занавесок. На 5-й день, когда я снова проходил мимо ее дома, у меня разболелся живот. В ходе обыска в доме Агаты было найдено несколько запрещенных вещей, а сама она была поймана при попытке сбежать через черный ход. На допросе она не показала ничего важного. Дом и имущество конфисковано. Сожжена. И иди к своему другу. Было бы можно вас раздеть, я бы раздел. Изобразил бы гачибас. Никто бы не осудил. Так, давай тебя вот сюда просто. О, ключ от допросной. Конфискации. Второй запрет. Лживый язык подобен искре во рту. Искра Малану, от нее может вспыхнуть пожар. Этот лаз, сжигающий целые города. Лучше не проронить ни слова за свою жизнь, чем хотя бы единожды извергнуть из себя ложь. Ибо эхом отзовутся лживые слова и будет атака глазом чужого. Так, Арчибальд, карикатура, 3 года заключения. Коллекция звериных черепов со странной резьбой, конфискация дома, книга ритуалов, конфискация дома, имущество, изгнание в затопленный квартал. Новые мрази, конечно. Эх, что ж вы делаете-то? Не убивал, не убивал, не убивал, не убивал. А, нет, нужно было прийти все испортить. Открытые дела. Кража еды у соседа, половина заработка в течение месяца будет отдаваться соседу. Фига. Любодеяние, 1 год на службе. Подглядывал, как соседка принимала ванну, 2 дня на лобном месте в колодках. Подглядывал, подглядывал. Так, как заклеймить? Клеймо ретиков ждет тех смотрителей, которые гнусно нарушают законы ордена, на чьи преступления не заслуживают смертной казни. Разговаривать, помогать и давать привет тем, кто отмечен клеймом, запрещено, им нет мест своего опасства. Клеймо накладывается на лоб, дабы все видели, что этот человек грешник. Специальный химический состав мгновенно выжигает след, который остается на этике до конца его дней. В канцелярии верховного смотрителя есть допросная комната, которая всегда готова к проведению ритуала. Ретика следует привязать к стулу и не выпускать, покуда не будет наложено клеймо. Клеймо в той же комнате. Так. Что это? Минус сигнализация. А тут я был. Кабинет. Архив. О, Interrogation Room. То, что надо. У меня же ключи есть. Ага. Там сверху. Ящик. Бедный эликсир. Мина. Ага. Ротики, болты, клеймо. Аудиограф. Смотрите, великий суд. Сейчас почитаем. В этом ящике ничего. Тут чего? Понял. Проведя 2 года в обществе еретиков, безумцев и злодеев, практикующих магию,
И на судьбе цели перестановления без убийства хуже смерти. Да. Поэтому я этого и хочу клеймить. Прикрывающих магию, я могу без привлечения сказать, что видел вещи, способные расстроить умы многих. Суд, казнь, нервтиков на костре — это обязанности тяжким грузом легли на мои плечи. То я получил возможность собственными глазами назреть чудовищные изменения, которым подвигаются глупцы, вступивших с гор с чужим. Многие из подсудимых обвинялись в том, что подверглись злым чарам соседей или членов своих семей. Злодеи управляли жертвами издалека или даже принимали их облик. Однажды я лицезрел, как женщина приняла чужое обличье. Было невозможно отличить преступницу от невинной, пока не расторопный смотритель не прикончил обеих. Укротились близнецы, такой, вы ведьма. Другие были способны оказываться в двух местах одновременно или же исчезать в одном месте, чтобы появляться в другом. Чувак быстро бегает, все. Скорбный и тяжелый труд мы выполняем, но как иначе противостоять слугам чужого, если они изменяют облик и переносятся с места на место, подобно ветру. Наши исследования подтолкнули нас к изучению того, что находится за границами физического мира. Так, а тут что у вас? А, так, это мы читали. Послушаем. Оставлен мужчина, около 30 лет, худой, необычной татуировки на лице и груди. Вероятно, эротическое суеверие. В момент ареста был в рабочей маске. Судя по виду, маска украдена из китобойного судна. Ты из Дауда, да? Так? Попался, наконец-то. Скажи хоть имя. Это продолжение, да? У него с глазами. Опиум? Лоуданум? Ты нас слышишь? Что он делает? У него припадок. Он мертв. Вот на что. Он предал иглу в перчатке. Рисован ввел себе какой-то яд. Это, по всей видимости, и привело к приступу. Специальному исходу. Я через окошко в кабинет войду. Вы же не против. Он теперь нормальный заказ готовить. Хранение, спасибо. Добрались без ключей. Пусть это послужит напоминанием всякому. Перед нами находится символ силы чужого. Пусть даже он не затронет наши сердца, не привлечет наш взор, не заставит наши руки заодно к нему стремиться. Бокалы. Бокал Карнову. Перемеш... Отравить, вылить. Вылить. Пора выпить. Угу. Не, мужичка спасу. Земзовин, когда закончим, пока не дайте друг другу заскучать. Можно дверь закрыть? Спасибо. Stop playing and come out at once. Поспи, поспи. А мы сейчас этого клеймим. Тяжела работа Мстителя Народного. Тяжела. Здорово. С пробуждением, спящая красавица. Все, пока. Что за безопасное место? Поднести этого?
безопасное место отнести его, да. Где ты? Вот ты. Побежали. А могу с тобой телепортироваться? Я могу с тобой телепортироваться. Так это ж изи. Не, с другой стороны надо войти. Вот там вот. Чуваки, не надо. Фак. Давай. Проблемка. И этот еще храпит тут под носом, под ухом. Ну, блин. Оп. Медали, сатен, бальзам. Хорошо. Безопасное место. Это мусорный бак. Как бы тут. Где? Кто? Спас мужичка. Спас. Теперь бы самому спастись. Топчите-ка листья. Ага, пытались травить. Я просто хочу проверить комнатку, из которой они вышли. Вдруг там еще лут остался. Мне ж деньги нужны. Ага. Ага, ничего, 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 ничего. Плюс в кабинете мог что-то не забрать. И то, что где? Кого-то обнаружили? Лепенный эликсир. Хорошо, что я эту дверь не открыл. Вот ей-богу, слава богу. Ты меня не видишь. Мне ж интересно, вдруг там что-то все-таки есть.
Оп, портсигар, сатен, не зря зашел. Но вот я и приехал, как говорится. She thinks on curious subjects, machinery and numerical calculations. And only yesterday she spoke of a wish to read a book. What shall I do? This is very troubling. Хочет прочитать книгу. If not already within his grasp, watch her carefully for signs of it. She may. Тихо, тихо. Задний двор. Да, на задний двор. Зафейлил. Зафейлил, конечно. Но сатен получил. Сатен — это 1/3 руны. Как-никак. Я даже сложность еще повысил. Чтобы пользоваться чаще всякими штуками. Типа мин там. Дротиков. А, прогрызли. Монтажный инструмент ради этого нужен. Не, монтажку тратить не буду. О, руна. Амулет. Кто-то попадает сюда, никогда не выйдет обратно. Смотритель всегда находит доказательства вины. Тоже знал, что их так много будет. Ну давай, давай, грузи. Долго загрузка это. Учитывая, что игра какого-то там 14 года. Так, ты со мной. Куда бросаю? Сердце. 83. Я бы пошел вот так вот. И типа туда выйти. Так я весь лут соберу. И так ничего не пропущу. Руна в этом здании. Все, отдыхай. Я прям слышу ее. Тут вот. Курит. Пусть курит. Тихо-тихо-тихо. Тенскру. Шаманка. Смотритель Хамри. Оставляю вам экземпляр книги «Древняя музыка», чтобы вы ознакомились с принципами, которые легли в основу новейшей версии устройства Холджера или Шарманки, как его еще называют. Как вы знаете, гармонические колебания, создаваемые по строгим законам математики, лишают силы и эритическую магию. Прочтите книгу и найдите кого-нибудь, на ком можете испытать устройство. Город тонет в пороке и предрассудках, и подыскать подопытный экземпляр будет нетрудно.
Реально работает. Руна 7 из 7. Отлично. Проворство сюда, темное зрение сюда. Хафри, будьте любезны, проследите, чтобы этот вентиль установили на дверь небольшого хранилища погрузочного причала. Мне несколько месяцев донимает этой просьбой. Можно подумать, в жалком сарае есть что-то ценное. Помните, если будете выполнять мои поручения со всем усердием, станете моим учеником. Голодный механик. Кэмпбелл, наткнувшись на арбалет, которым ассасин так ловко собирает наши патрули, мы сперва очень обрадовались. Найденные модели оказались далеки от совершенства. Люди Дауда бьют дальше, точнее и быстрее перезаряжаются. Думаю, нам следует вынести из этого урок и продолжать пользоваться пистолетами и палашами. Их столько болтов пропадает. И мин. Привет, Ходж. Я уже забил списать рандомные Spotify плейлистером буду моего трека. Попиши теперь тут. Окей. Бартоломью, я видел сбрую, над которой вы работаете в своей мастерской. Если вы собрались обязывать моих собачек взрывчаткой и делаете из них живые бомбы, я решительно протестую. Это мои животные, все равно без моей помощи у вас ничего не выйдет. В живущем нас мире есть волны, которые мы едва можем ловить органами чувств. Древняя музыка пронизывает все сущее и является важнейшим элементом в структуре мира. С ее помощью можно творить чудеса, не нарушая законов природы и не прибегая к помощи коварных духов. Изучая этот феномен, я открыл музыкальный строй, состоящий из 17 нот. С помощью подходящих инструментов эти ноты позволяют добиться поразительных результатов. Среди прочего, и с их помощью можно гасить возмущение, которое исходит из песни и так или иначе связано с чужим. Это туда мне нужно? Эту штуку. Не сюда. Далеко не сюда. Давай же. Пока оставлю здесь на крыше, потом как-нибудь вернусь. Сердечко. Куда? Окей. Я бы, кстати, как сделал? Я бы вот эта двоечка, однерочка, 3-4, 5, 6. Мысли. Ну, на 6 ничего не могу. Окей. Ладно. И на 9 не могу. А, я в принципе. Стоп, что? 6. 7. 8. 9. Как не так. Теперь я могу быстренько вот так. Не, сердечко, троечка,
Это пятерочка. Нет, это 4, это 5. Тут у нас что? У нас особо-то ничего. Что за звук? Тут куча крыс. Или не куча? Прочь дороги, думаешь, что раз ты ее брать, ее нужно помиловать. Ты откуда взялся? Если бы не ты, нас бы убили. Да. Мы перед вами не оплатим долгу, не знаю, как вас облагородить. Я должен довести отсюда сестру, но сперва расплачусь добром за добро. В бараке сейф. 203. Бери туда, что хочешь. Спасибо. Какой же я молодец. Боже. Самый добрый чел на районе. Так, тут ничего. В мусорке что-нибудь есть? В мусорке ничего. Вот, тихо. Кошель. Чуть не пропустил. Слева. Ага, можно, не надо. Стежечку задену. Тут ничего. Собаки. Рыски. Ох, мать вас тут. Знаешь, как сложно было их всех вырубить без магии, чтобы не заметили. Представляю, поэтому я играю с магией и твистами. Меня спрашивают, не следует ли разрешать людям ношение простых костяных амулетов? Якобы это просто обычай, принятый на островах, и ничего общего с созданием и поисками запретных рун он не имеет. Большое коварство заключено в этом вопросе. Мальнейшее нисхождение делает нас слабее и питает силу чужого. Возможно, до возникновения империи наши предки свой пальцы смотрели на эти нечестные обычаи, нечестивые обычаи, дабы немного облегчить жизнь рабов, в поте лица трудившихся на благо земли. Но в просвещенный век техники и производства колдовству мест нет. И лично осудил многих ериков, могу сказать, когда боль очищала души несчастных, я видел в их глазах облегчение. А, вот. Живая вода, вода из фонтанов? Не. Вы что, уменьшаетесь, я надеюсь? Вроде уменьшается. Оп. Все, их стало так мало, что они больше не собираются в толпу. Всех вырезал. Почти. Это больше не опасное место.
Тревор, требуется еще одна партия инструментов для уничтожения тех проклятых костяных амулетов. В прошлом месяце мы кончились целую дюжину, но они по-прежнему прибывают. Ельские штуки очень прочные. Так, беру вентиль. И иду куда-нибудь. Так, барак, сейф. Это бараки. Тут сейф. F5. Вопрос, куда вентиль нужен? Просто стоите? Ну, стойте. Куда нужен вентиль? Собака. Я же теперь все собрал, да? Сердечко? Да, все собрал. Руна или амулет? Если я же все собрал. Ладно, оставлю тут. А, нет, не все. Все собрал. Духовность. Мэ. 15 день месяца леса. Мне удалось тащить один из амулетов, который уничтожает в Пакгаузе А. Ломает такие прекрасные могущественные вещи. Они сами не знают, что творят. Что ж, заложу дверь кирпичами, и никто не войдет. Все останется у меня. Все осталось, да. Для многих чужой лишь детская страшилка. Когда я был юн, мы с матушкой много странствовали, перебирались с одного городка в другой. Мы неделями жили в лесу, и всегда нас преследовали проклятые смотрители. По ночам мама пересказывала свои сны. Ей снилось безлюдное место, где она слышала шепот чужого. После каждого такого сна ее силы росли, и со временем она обрела способность смотреть глазами мотыльков и на расстоянии отпирать запоры дверей и окон. Я найду то безлюдное место и получу ключ в бездне. Со временем я проникну в эту тайну, и он придет ко мне, как приходил к ней. Считайте меня еретиком, бросьте в холодные подземелья, терзайте мою плоть и судите как изменника. Сожгите мое тело дотла. Но я продолжу искать землю, о которой говорила моя мать. У меня поджилки сотряслись от одного только звука странного корабля. Корабль этот был творением Архада, третьего префекта Академии Натурфилософии. Сам Архада был в приподнятом расположении духа и восторженно восхвалял свой аппарат. Он потянул рычаг, и нас окутали густые клубы дыма, сильно запахло горящей рванью. Тут машина прыгнула вверх. Я был слишком напуган, чтобы смотреть в окно, которое вдруг показалось слишком тонким. Будто прочитав мои мысли, смотритель Бринс с доброй улыбкой произнес: «Читай литанию, дитя мое. Это защитит твое сердце от мрака бездны, пока мы летим к внешним сферам». Так, ладно. Есть. Ну, чтоб не гнило тело, знаете. Ай. Да блин. О. Вентиль, вентиль, куда вентиль? Куда вентиль? Да, вентильку. Здесь были. Это фиг знает что. Ладно, пока тут положу. Проверю вот это здание. А тут пес спит. Сейф? Сейф.
Так, 203. Это мы уже знали. Там я не буду подходить. Просто кашлянул. Кик Шуре. Ай ты. Да. Нет, это здание просто здание. Куда же чертов вентиль надо деть? Не понимаю. Так, это перед тем, как я к собаке забросил. Я вот тут бросил, ага. Так, тут немного монет. Там про кашель. Тут кот где-то был. Кот-кот. Так, шестой запрет. Сбегает зова плоти, жаждущий удовольствий. Воистину, чаще способ загубить жизнь, беззаботно предаваться плотским наслаждениям. Какой прок падшей женщине? Ее внимание? Едва ли. И каковы плоды такого союза? Только приумножение горя и несчастий. А что не горе и несчастье, как крапляет чужого. Так, там книга. Look at you. You have the plague. You were trying to conceal it from us, your brothers in the order. Was that your intent? To spread the malady to us? No, friend. I tell you, I am well. As fit as ever. Put down your weapons. Just think for a moment before you. You are sick. Very, very sick. That much I'm sure of. Now to find some way to dispose of a body without spreading his illness. Ой, а тело так не будет исправляться? Ок. Тихо, 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 тихо. Пропали. Бывает. Мне надоело мыть твои дрянные полы и протирать проклятые полки. Хватит, я уже сыт этим по горло. Думаешь, я буду вечно выполнять твои идиотские приходи? Больно надо, если... Уважаемый главный механик, прошу рассмотреть возможность принять меня на официальную должность ученика. Заглянув в мой послужной список, вы узнаете, что последние несколько месяцев я делал только и делаю что. Главный механик, сегодня во сне мне явился Холджер и сказал, что меня ждут великие дела во славу аббатства. Буду искренять тьму и создам оружие, которое поразит чуму в самое сердце. Мне кажется... Главный механик Бартмью. Я буду чрезвычайно признателен, если вы соблаговолите официально принять меня в ученики. В этом случае я с великой радостью буду трудиться на вас денно и ночно. С совершенным почтением, Хамфри. Этого чувака, наверное, звали Хамфри, да? Обидно. Рукость театральной постановки. Лорд Натан Бейл, вне себя от гнева. Как вы посмели, сэр, явиться в мой дом в подобном облачении? Мне следует передать вас страже, развратный тевианец. Клесар, подходя ближе. Здоровый же прием вы мне отказываете, милорд. Должен сказать, ваша дочь была куда более гостеприимной. Вы она отправилась на прогулку и оставила меня одного. Лорд Натан Бейл, спинаясь, оглядывая юношу с головы до ног. Что вы делаете? Покиньте мой дом! Возвращайтесь в свои ледяные пустоши, белокожий шельмец. Принц Клесар скромно притягивая руку. Чему ссорится, лорд Бейл?
бы мне не быть здесь, как я уже упоминал, у меня установилось теплое отношение с вашей семьей. Господи, Колесар, ваша кожа такая горячая, она обжигает. Лорд Натамбейл. Вас? Так, вопрос. Не есть. Это... едальня. А, 2, 0, 3. Такой всем. Эдмунд, как я понимаю, вы узнали, где находится мой личный кабинет. Если я снова замечу, что вы слоняетесь в ситуации Холджера, надеюсь на моих гостей и поговорить с ними, вас клеймят как еретика. Уиндом, прошлая ночь была просто чудесной, и я до сих пор вспоминаю жаркие объятия и твое дыхание на моей шее. Когда на нас наткнулись твои приятели-смотрители, я ужасно перепугалась, но ты, как всегда, не растерялся. Не волнуйся, я не принимаю твои оскорбления и угрозы близко к сердцу. Я знаю, ты пытался рассеять все подозрения. Надеюсь, мы скоро снова увидимся. Может, не через 2 ночи? Гарольд, мне в руки попало письмо, которое прислали ваши родители, когда вы только прибыли на Белый Утес. Не в моих правилах, но я передам его вам. На всякий случай напомню еще раз. Наши правила запрещают контакты с родными и близкими. Мы не можем более находиться среди тех, кого нам поручено защищать. Прошу, хотя бы прочитайте ему это письмо. У вас свои правила, но он очень напуган, оставшись без родных. Сынок, мы по тебе скучаем. Какое горе, что мы не можем приехать и забрать тебя. Крепись, сынок. Найдешь свою дорогу в жизни, мы это знаем. Файнос, и возвращайся, когда получишь свободу. Мы тебя очень любим. Мама и папа. Рекет. Бертольд, я видел, как один из братьев рассовывал под двери стальной братья какие-то конверты. Думаю, это были улики, заблочающие твою сестру в колдовстве. Я хотел его остановить, он уже сказал, что мне следует сжечь твою сестру в искуплении ее грехов. Предупреди ее. Здесь вы успеете покинуть город, прежде чем они придут за ней, твою сестру и брат. Мда. Паралаки. Я не могу понять. Мне нужна хотя бы подсказка, в каком направлении я могу найти склад. И используется этот чертов вертель. Он же мне покоя не даст. Это казармы. Это воркшоп. Это хрен знает что. Это едальня. Это... Зритель Блум, мы закончили работу над новым вентилем для двери. Как только установим, можно будет посмотреть, кто попортил запасы хранилища в прошлом году. Заходите в любое время. А я там уже был. Ну, что сказать, я молодец. Я все полутал, все собрал. Можно... Да, это я. Ай. Hey, Corvo. It's Samuel.
Вижу. Давай. Я слышал, что Кэмпбелл купается в роскоши. Может, это не моего ума дело, но человек веры не должен жить как барон. Ну что, отправляемся? Так. Да. Окей, let's go. Телохранитель. Вы защитили капитана Карнелл, дядю Калисты. Всего 22 убитых. Хаос в мире низкий. Легчайшее. 0 сигналов тревоги. 0 жителей убил. Половину людей нашли. Но я их картину не собрал. И 1000 монет где-то фигачил. Повисло. О. Мартин торопится встретиться с лоялистами, а смотрители рассеяны и обескуражены участью Кэмпбелла. Расшифровав дневник Верховного Смотрителя, можно узнать много интересного, в том числе сведения о том, где находится законная наследница престола. 2 часа просто, чтобы закончить одну миссию, начатую же. Адмирал Хэвлок и лорд Пендлтон во дворе. Что-то там, что-то там. Здрасте. О, что, где? Он жив. Спасибо, Курва, спасибо. Мой дядя хороший человек, он непременно это докажет. Я знаю, вы сделали это из добрых побуждений, но я хочу наградить вам. Наградить вас? Наградить вас. Это фамильная драгоценность, я получил ее от тети. Сатен. Ладно уж. Ай. Ту-ту-ту. Куда-нибудь. Ага. Коллизий нету. Это ж башня так и манит. Ладно. Там лоялисты. Бар. Офис. Многие сколы новый век. Важное достоинство всех островов Соколова — это стандартное магнитное гнездо для бака с ворвани, которое используется в качестве топлива. Пустой бак просто меняется на полный, причем с такой работой легко справится даже чернорабочий или рядовой стражник. Это относится к разрядному столбу и к световой стене, и даже к самодвижущимся повозкам, которые могут позволить себе богатые горожане. Единственным недостатком является уязвимость самих баков. Уже несколько человек пострадали от взрывов. Так, я что-то еще видел. А, вот. Еще одно решение. Действительно, у вас что-то есть. Вы задали жару Верховному Смотрителю в его логеле. Надеюсь, мои инструменты вас устраивают. Доказательство тому... уже тот факт, что мы сейчас разговариваем, а могли бы не разговаривать по многим причинам. Так. Да, можешь. Мне 2000 нужно потратить. Так, оптика 2. Улучшения. Хочу оптику. 1, оптику 2. Запасы. Пули. ХЗ. Двадцаточка. Ну давай.
Гранаты, пружинные мины не буду. Лучше не пистолета. Следующий дротик. Мгновенно. Давай. Торгую с хаосом. Приобрести 15 улучшений для снаряжения. Только на второй миссии. Самуэль. А вот решение я хотел прочитать. Не моя вина, что большинство горожан предпочитает эликсир соколового моему составу, известному как бальзам Пьеро. Следует отметить, что я не дал ему такое название. А, это мы читали. Здрасте. Корво, невероятно, ты победил Кэмпбелла. Я знал, что ты наш человек. Без Верховного Смотрителя власть Лорда Регента пошатнется. Кроме того, ты вернул нам Мартина, лучшего стратега из неживущих. Лорд Регент должно быть штаны наложил от страха. Да, и не стоит забывать про дневник Кэмпбелла. Здесь мы расшифруем его и выясним, где находится Эмили Колдуин. Вся наша затея гроша ломаного не стоит без нее. Если мы не сможем возвести на престол законную наследницу. Вот это эффекты. Действовать быстро. Уверен, что Лорд Реген где-то прячет Эмили. Он ждет удобного момента, чтобы предъявить ее, чтобы сыграть роль героя и упрочить свои позиции. Если он не представит юную леди в ближайшие дни, среди аристократов начнется война за трон. Да, время работает против нас, но ты, Корво, заслужил право на отдых. Мы расшифруем дневник Верховного Смотрителя и расскажем, что у нас получилось. Отдых не помешает, я посплю. Чужое легендарное создание, которое стоит за гранью добра и зла. Как скажете. Эффекты, не забываешь, что это не пороховые пистолеты. Я не помню какие-то пистолеты. И не знаю даже. Проснулись, улыбнулись, десяточку взяли. Это все еще на потом оставлю. Чтиво. Ага. На ворване. Ворване. И стреляют. Опа. Опа. Кто это я вижу? Так. Тут ничего нет. А сильно ударение влияет? Ну, мне прям не нравится говорить в уровне. Ай, пираньи, отстаньте. Как пройти в подвал? Как спуститься вниз? Это внизу в подвале собаки убивают собак, а деньги переходят из рук. Ага, включит Пьеро. С
Только смеха, они поют старые песни, взявшись за руки, но из других, более счастливых времен. Подвал. Деньги. Ключ от катакомб нужен. Мне, скорее всего, сейчас дадут, и там будут как раз таки плакальщики. Мирал. У меня все еще вопрос, как пройти вот... Где там? Сюда? Давай. Неправильно трюк делаю. Как он там был? Ей-богу, не помню из спидранов. Или это чтобы открыть? Ладно, пофиг. Куда мне тут? Тут это так. Ага. Здрасте. А, Кора, полагаю. Мартин к нам скоро присоединится. Не хочется начинать твое утро с неприятной работы, но прошлой ночью мы слуги слышали, как кто-то шарится в катакомбах по дому. Скорее всего, это... плакальщики. На этой стадии разрушенных нет никакой надежды. Это лишь трупы, которые еще дергаются и разносят заразу и насекомых. Будь добр, Корва, загляни в катакомбы. Надо все-таки убедиться, что это не чрезмерно ретивые стражники. Я послал бы слуг, но они помрут от страха. Попроси у Пьеро какое-нибудь сонное зелье для арбалетных болтов, если собираешься взять плакальщика живым. А ты что скажешь? Hello, просто здравствуй, Корва. И ты сюда ж, да? Сюда, не сюда. А куда? Пуск. Да, я слышу тебя. Так, во-первых, тут откроем. Да, не закроется. Хорошо, шорткатик. Тут открою. Где-то рядом есть руна. Прошу прощения, на следующей встрече меня не будет, и вообще я больше не приду. Произошедшее настолько противоестественно, что меня до сих пор тошнит. Едва я это вспомню. Результат нашей работы я оставил здесь. Надеюсь, что крыса сожрут его до возвращения. Прощайте.
Так, а где вторая? Оп, сюда. А это что? Икра. Вкусно. Качнуть темное зрение, да. Второй уровень. Следующий будет изгиб времени и смертельная тень. Ничего? Вы спускались, когда комбо? Кажется, утром я слышал, как там броет плакальщик. Я, наверное, никого храбрее вас не встречала. Спасибо. Прибыл смотрите, Мартин. Он сейчас адмирал Хевлока. О! Усилие. Ты сейчас идешь туда, куда я думаю? Нет, не идет. Ну ладно. Я хочу болт получить. Про, друг мой. Так, или типа можешь купить, чтобы нейтрализовать. Дай взглянуть. Может мне деньги? 450 монет. А, нет, я хочу пистолет улучшить. Может даже руку. Чем пистолет? Не, ладно, пистолет нужен будет на всякий случай. Я хоть как-то и начал уже проходить так, без убийств, но все еще. Насыщенность дикая. An overseer before, and perhaps again someday soon. I owe you thanks for my rescue. Лучше предкост. You've given us a glimmer of hope, Corvo, because we've gotten what we wanted from Campbell's journey. You've done it. We know where Emily Caldwell. Им было все необходимо, да это сделать. Я пропустил. Она золотой кошки, кто бы мог подумать. Это купальня для аристократов, немногим лучшего грязного борделя. Лучше. Окей. Но есть одно печальное обстоятельство. У нас на пути стоит родня Пендлтона, близнецы Морган и Кастис. Они сдержат Эмили, и кроме того, именно им принадлежат голоса, которых нам так не хватает в парламенте. Да, Пендлтон должен умереть. Впрочем, самое важное — доставить Эмили сюда, где мы сможем защищать ее, пока не избавимся от лорда Регента и его прихлебателей. Пендлтон ждет вас у причала. Он хотел вам объяснить задание. Пускай объясняет, так будет лучше. Ну, можно. Корво, я хотел поговорить с вами лично. Как видите, я отправляю вас убить моих братьев, Моргана и Кастиса. Кастиса. Вам говорили, что они чудовищные люди? Их жестокость не знает пределов. Далее, мои братья — верные союзники лорда Регента. Пока они в парламенте, лорд Регент набирает силу. И нам не хватает голосов. Все знают, что мои братья пользуются расположением лорда Регента, присваивают себе чужое богатство. Сможем... Скажем, не каждая семья, выселенная из дома, и отправлена в чудовищный карантин, была заражена чумой. Да ладно. Я предупреждал братьев, как мог, но они меня никогда не слушают. Сегодня они, как обычно, будут развлекаться в золотой кошке. Их охраняет городская стража, так что будьте осторожны. Теперь ступайте. Прошу вас, сделайте это, пока я не передумал. Волшебные галочки у тебя стояли, это решейвер. Когда будете готовы, да-да-да. Отправляемся.
Даже дождя нету. Скоро, я подвезу вас ближе к золотой кошке, но остаток пути вы пройдете сами. Тут заведение рядом с площадью Холджера. Самое главное, чтобы девочка Эмили вернулась там живой и здоровой. Двое Пендлтонов, а значит и стражи хоть отбавляй. Так Джофф мог бы подсказать, как прорваться золотую кошку, если только сразу не зарежет тебя. Это его владение. Он и банда Боттл-Стрит засели на старой винокурне. Всех вырезали. Они продают эликсир, которым народ лечится от чумы. Не затаюсь, но буду глядывать за вами. Удачи. Я знаю, вы ради Эмили на все пойдете. Так. Ага, ага, костяные вынули только. Ага, с ржевой вышки. Переполошился. Я тебя понял. Ай, блин. Рейс, ты все время стремился к такой насыщенности до этого? Только... нет. Только этот стрим. Ну, типа, да. Нормально их там раскидало. Тем деянием вы меняете облик города. Чем больше людей вы убьете, тем больше появится крыс и плакальщиков. Тем хуже будут относиться к вам союзники, тем мрачнее выйдет финал. Ля трехочковый. Что? Что? Где? А чё в смысле? Работа, дела. 6 февраля выхожу на новую работу. Контракт до июня. В июне, возможно, переведут меня на... полноценную, то есть со всякими, со страховкой, со всем этим. Зарплата $28 в час. Студия моей учительницы колледжа. А вот что за проекты, я пока, во-первых, сам не знаю, во-вторых, не могу выкладывать по NDA-ке. А, ну или так. Но до этого проектами студии были новеллы. Опять учительница тебя устраивает. Ну, по блату прохожу, да. Я сам ненавижу такое, но... блин, пользуюсь. Что поделать? Хорошие отношения с ней. Так, а можно как-то... ага. Ай, ладно, загружу. Ну не увидел я чувака, бывает. Ты еще паузу выдержал на моей учительнице. Я думал сказать профессора, профессорше, учительницы, учителя. Вот поэтому и паузу выдержал. Ага. Блокировали ее. Торгуша, они дружат с плохими ребятами из винокурни. Эликсир не улучшил их нрав, и они по-прежнему обижают моих птичек. Если будешь водиться с ними или их вожаком, я в тебе разочаруюсь. Ты ведь этого не хочешь, бабуля? Если что, можешь их после парина в захват брать и душить. Да? Так, Соджов хочет поговорить. Окей. А, хотя нет, не окей. Подождите. Я сначала амулетики пособираю.
Буду знать, что можно душить. А как? Давай. А, тут двое? Что? А, их двое. Не особо получилось, конечно. И это ради ничего. Понял. Было последний раз на этом уровне. Вдруг по стелсу получится. Вообще не получилось. Не. Давайте. Так. Туда. Колдосо. Да. О, здорово. Я тебя вижу. Кто? Плакальщик? Может, там плакальщик? Тебе ж можно? А вот тебе можно. Так, что за амулет? Вихрь. Погрузите клинком. Не. Хлебные травы. Батина? Так, спит. Сердечко, куда ты мне показываешь? Угу. Вот вопрос, заметит ли он меня вот тут вот. Я боюсь, что заметит. Там вот. Я бы хотел зайти в дом, просто чтобы посмотреть, что там поменялось. Может, новый лут. А может и нет. Ладно, я спать, продолжай больше 24 на 7. Давай. Отдохни хорошенько. А можно? Оп, можно. Ну. What do you think? I think he's dead, right? I know that. I mean, do we have suspects? Suspects? What? Suspects? We ain't gonna waste time solving who killed him. Personally, I'd buy who did it a drink. But what are you gonna put on your report? I'm gonna say we found one of Slackjaw's men inside, all dead and bloody. Был мертвый человек с шоком. Ага.
Как бы мне тут... Я придумал. Ты уйди, пожалуйста. Тихо, 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 тихо. Отвлеки, ну да, я и хочу. Так, и в туалет за мной. В туалет за мной, да, за мной, за мной, за мной. Еще есть важное? Ну не особо. Двести восемьдесят семь. Это новый код? Снизу никого не вижу. А, блин, сейф был... А, вот сейф. Не, все залутано уже. Только рунка одна вот была. А я могу что-то покачать? Нет, не могу ничего нормального. Так, нет, тут чувак, мне нужен на третий снова этаж. Тихо, 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 тихо. Так, профилактически. Пусть поспит. Да. Тогда в винокурню идем. Говорим с Джеком. Потом уже в кошку. Ну? Ну? Спасибо. Оп. Неудачно получил. А, не, я костяные амулеты хотел. Те костяные амулеты я могу и после того, как выйду с винокурни. Винокурня же закрытая локация. Да? Да. Там я был. Так. Давай без этого. Парни, я к вам. Бутыль с взрывчаткой. Бандит. На винокурню. Вот, кончилось. Плохо. Так. Здрасте. Дробашинку, похоже, эликсир-то был порченный.
Да, я отравил его. Это ирония. Эликсир должен защищать от чумы, бороться с ней, но кто-то отравил его на корне, и теперь у нас эликсир, который заражает. Разносит чуму. Так. Деньги. Ну, я знаю. Не это слово, значит какое-то другое. Мне почти жаль бедолаг, которые выпили порченный эликсир. У меня 4, да? Мне вот интересно, я могу забежать, взять, убежать? Так, это со взрывчаткой, мне это не нужно. Где там? Во, пустая бутыль. Ага. Блин. А, ключ от грибов нужен. Слушай, чувак, у тебя есть ключ? Он меня дожидается, да? Сверху туда не зайти, да. Может, у тебя ключ есть? Нет, у тебя ключа нету. Ха. У тебя ключ есть? И у тебя ключа нету. Вот вы противные. Камин. Все, капля. Ты что, не знаешь, хороший эликсир Слэк Джо вставляет себе, а для нас разбавляет 1:3. Ну хоть не 1:4. Чтоб глоталось легче. Я с чумой шутить не буду, у меня девиз такой, петь пока не упадешь. Этого торговца с картинами Бантинга хороший вкус, если даун или у кого-то и остались на вещи, то только у него. Обещает тот, кто сольет все, получит 2 доли. Из скольки? Оп, ключ от погреба. Можем сейчас и проверить. Теорию с отвлечением. О, паста накаливания. Зажигательный болт. Хорошо. Наверное. Так, давайте, давайте, идите. Слышь, тихо, тихо, тихо. А! Отстань! Почти получилось. А если... А, вы умеете открывать двери! Проглянем. Не, вентиляции нету. Улыбка Фортуны 2. Улыбка Фортуны 2. Ладно, у меня есть эти болты. Ради того, чтобы просто собрать амулетик, я потрачу 3 болта. Жалко, конечно. Он же вот так вот не прострелит, да?
Расстрелил. Все, поспите. Отойди. У тебя больше ничего тут нету, да? Нет, ничего нету. У детского-то сколько? Ручная дверь. Мне даже на полностью скрытом похождении этих болтов был всегда фул, их очень много. Окей. Дорочил. А вот и злодей, с виду так точно он. И у меня есть для него работенка. Дистиллятор налили отравы, и половина моих людей превратилась в плащиков. Троих мы заперли здесь, остальные бродят по улице. Так что людей у меня не хватает. Ты часом не хочешь на меня поработать? Я так понимаю, кроме двоих пентнелов, золотой кошки убивать на моей земле некого. Я угадал, да? Видишь, Слэкджо все знает. Они близнецы. Богатые, странные, злые. Таких ублюдков еще поискать. Они затаились тут. Почему? Не знаю зачем. Сегодня в золотой кошке полно охраны. Особые гости, все такое. А ты хочешь завалиться в таком виде и убить пентнелов? Я могу убрать их другим способом, но сперва ты должен кое-что для меня сделать, понял? Кто-то убивает моих людей, захватывает мою землю, крадет товары. Возможно, это малый по имени Гальвани. Я поручил своему лучшему человеку разобраться с ним. С этим, но он пропал. Теперь нужно выяснить, что с ним стало. Найти этого Гальвани, он живет неподалеку, на бульваре Клеверинг. А я помогу тебе пробраться в золотую кошку. Окей. Так, Джо, отвисшая челюсть. А, ну да, ему ж это... Ударили. А, ага. А вы раньше нормальные были. Ну давайте, попробуйте меня поймать. Ага. Допустим, если они не умерли, то все хорошо. Поэтому я бегу. Давай. Бандит. Враждебная территория. Кто где? Он испугал меня. А я уже заходил в доктор Гальвани. Мне там почищено. Да. Найдите Кроули.
Последнее сообщение Кроуля. Так, это все? Вернуть аудиограмму. А может, я ему и труп верну? Давай я ему и труп верну. А, нет, нельзя. Ну ладно. Это было быстро. Только ассасины противные. О, торгаш. Здорово. Да, хочу. Сомневаюсь, что у тебя хорошая цена. Да, нет. Пошел ты нахер. Так, ассасин тут мертв. Тут люди тоже все мертвые. Они молодцы. Малой кровью разобрались. Молодцы. На винокурню. Ну, давай. У вас все хорошо? Мы всегда плачу за виски. Не пасть, сам знаешь, я считаю плохо. Это так противно. О, они с плакальщиками разобрались. Молодцы. Даже с теми, кто тут был. Ну. Так, все молодцы. А вот с нижними? С нижними нет, ну ладно. А у них столько лута. Здрасте. Вот последние слова Кроули. Information for my missing guy. Let's have a listen. Что же там будет сказано? Так же, это я, Кроули. Я пришел подстраховаться на случай, если я не вернусь. Ты был прав. Кое-кто хочет тебя убить. Хочет подмять под себя винокурню и... весь Battle Street. Ни за что не поверишь, кто это. Я сам сперва не верил, поэтому возился так долго. Убедиться хотел. И что за... О, нет! Значит, Кроули умер. Хреново. Он был одним из лучших. У нас был уговор, а Слэкджев слово держит. Держи ключ. Нет, он не от золотой кошки, а от... Отели капитанский мостик, когда в этой части города началась чума. Отель опустел. Поднимись на самый верх отеля и перелечь на крышу. Золотые кошки. Окей. Видишь, Слэкджок держит слово не хуже, чем то, те, кто правит городом. А может и лучше. Подумай об этом. Мы можем еще раз друг друга подсобить. Я распределил нам вместо тебя по-тихому и без крови. А ты взамен сделаешь кое-что для меня. Паралакин, давай. Это то, что как мне нужно помочь ему. И это без убийств будет, да? Или с убийствами? Да. Кошки сегодня большой праздник. У них новое открытие. Будет куча богатей, в том числе Бантинг, торгует с картинами.
He's got particular tastes, or so I've been told by some of the ladies. Там еще говорят, что вкусы у него странные, а дом у него полно хабара. И останавливает меня только одно. Я не знаю, куда от сейфа. Кстати, в кошке уже несколько месяцев сидят Пендлтоны. Почему, не знаю. А она за это значит, что там полно городской стражи и прочих солдат. Принеси мне код от сейфа, дружище, а я разберусь с Пендлтонами. Вот так, а ты их даже пальцами строишь. Обещаю, я не стану их убивать, но больше их никто не увидит. Пошная выгода и мне, и тебе. Да-да-да. Это я. Так, мне надо сейчас рунки собрать. Да, тут стены больше нет. 49 метров. А, плакальщики. Я просто проверить. Так, за стеной амулет. Амулет. Это что? Видишь квартиру торговца картинами. Come on, Stu. One more try. They wouldn't have such a strong door unless they kept some interesting things on its other side. I'm telling you, it won't budge. Not even a bit. And I think I bruised out my shoulder. Stop your crying. Я, кстати, помог Ветоша и не помню, что банда в плакальщика превратилась. Возможно, это зависит еще от хаоса. О, 300 монет. Говорят, костяные амулеты приносят морякам удачу. Искусство резьбы... Ага. Мы читали. Мистер Бантинг, я знаю, с каким нетерпением вы ждете, когда золотая кошка вновь распахнет двери. Должно быть, вы так страдали, бедняжечка. С огромной радостью приглашаю вас на пышную церемонию открытия, которая состоится завтра. Заверяю, что после случая чумы мы вычистили все заведения сверху донизу. Мы готовы принять вас как подобает. Здесь все вас любят, а половина девочка считает вас моим своим другом. Мадам. Черт. А, не нормально? Должны быть крысы. Есть что-нибудь, чтобы отвлечь? Есть. Куда? Режь, не думай. Я думал порезать. Мне нравится просто солнышко. Я не знаю. Привет, Владос. Там можно дышать после ТП. Ну вот примерно, да.
Я слышу там штуку, которую я хочу. Тут что-нибудь есть? Нету. Да, рунка. Рунка — это хорошо. Значит, это искусство? Да, таким манером много не заработаешь, несчастный призунок. Но должно это добро хоть что-то стоить. Не, вот такая картина у бабки моей висела, а она так никакой герцогини не была. Пойду наверх, посмотрю, как успехи у твоих других. Один. Отпускай, отпускай, отпускай. На этой неделе что-то будет? Думаю, нет. Мне достаточно еще того, с чем нужно повозиться. 300 монет. Ну, либо, если будет, то коротенькая. То есть, пара часов. Да, наверное, пару часов я смогу выделить. Кто-то есть еще? Нет. Все. Мать вашу. Бейте. Ага. Все. Так вам. Риски. Крыски бесят, крыски злые, крыски мы не любим. О, ключ от дома. Смерть. Кто тут, кто тут? Подвал какой-то. Крысы кормить нужно, а не пиздавшись за точкой. Не-не-не-не-не. Только вот так разговаривать с ними можно. Battle Street. И откуда я сейчас выйду? Ну-н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 у. А-а-а. Понял. Понял. Можно вон там пройти. Главное вот плохим ключиком не попасться. Вот все, вот и хорошо. Да где я быканул-то? Куда-то сейф я нашел? Нет. А он там был? В смысле? Чуваки, я хочу, чтобы вы меня съели. Да? Вот. Ой, игра, ой, бесишь. Не знаю, что это, наверное, нет. Так, мне нужно вернуться в дом банкира, потому что там код от сейфа, да? Oh,
half rations for a week. I ain't catching the plague. Hand it over. No, please, it's for my brother. No, I need it for my little one, so he won't get sick. That's... Ты можешь. Как его захватывать? Ты не качай. Несколько раз не сможешь сами. Вот и что. Наталья блядь, не боя, и настоящий рядом второй сразу похоже, чё к чему. Сон спи... Ладно. Последний трай. Ну. Я, короче, понял, как действовать. Так. No, I need it for my little one, so he won't get sick. What the fuck? Your arms! I didn't feel the... Thank you, sir. You saved me. How can I thank you? Да никак. Wait. Постой-ка, держите, этот ключ может попасть с черного хода в дом Батинки. Торговца квартирами. Раньше, ну, почему я служил у него прислуга? Да я уже нашел туда! Слуга он уволил, но сам не съехал. Видно, хочет продать что-нибудь из своего сейфа. Не знаю, что у него еще осталось, но больше мне дать нечего. Возьмите, прошу вас. Когда зоротик не прокачан, по идее нет, чел должен на ногах еще немножко постоять. Не откачан зоротик. Так, где-то должен быть код, да? Где-то должен быть код. Молли, спи, Молли. Стольное дитя. Цвет по инверсной кривой. Это соколов. Не билку, чтобы трупы в пыль превращать и режь. Хорошая концовка для девочек. Я планирую, да. Blood from the из кровь из глаз. Видение сестер. Тёса Пандусии.
Аутсайдер сходит в нас. Новая выставка. А, 167. Не 167. Да, ну не может быть 761. Да, не может быть. Чекни стену за картины, которые ты забрал. Мало ли, я не помню, что уже где куда. Там вроде ничего не было. Вот эту я забрал. Я еще одну забрал где-то. Только если играть на full save, то не качать. Ага. Да, выглядит как проход. Я тут две картины забирал. А где вторая была? А, была, вторая была в комнате. Тут тоже ничего. Там было просто про то, что приходите. На стенах ничего, на стенах нету. Я не знаю. Стране вблизи суп из бис разгадать торговца картинами. Так вот же, походу. Торговец код даст выбить. Его надо. Так, тут чел, тут не выходим. Да, выходим тут. Вспомнил, где брать код? Ну давай. Нет, я в бардак только иду. Заслуженно. Да блин, говорю, заслуженно. Два часа убивали, ей-богу. Мне голову оторвало. Покатилось.
Что за сложность, где урон, где попадание, ты на Story Mode или что? Нет, стоит сложная сложность. Сейчас я покажу даже. Настройки. Игра. Сложность высокая. Не высочайшая, но высокая. Так, я хочу вот эту штуку отрубить. Вот это окошко, отель. Привет. Давай. До связи. А, блин, я амулет забыл забрать. Вот тот. That might be worth checking out. Probably rats. Где он там? О, снизу где-то. Гений, да, гений. Ну, плакальщиков? Да, плакальщиков. Ай! Ай! Тихо. Отстань. Так, куда кто-то что-то можно, так, первых, что это, куда, золотую кошку, ага, через подвал, так, бабка, я, конечно, рад тебя видеть, ну, да, это пик, милый Даниэль, мне предложили место геологов в новой торговой компании Горизонт Серкосинис. Вскоре мы отправляемся в первую экспедицию куда-то на юг, на Карнаке. Прошу, не затягивайся с отъездом, поговариваю, что выезд из города могут закрыть, жди меня в Карнаке, любовью, Эллисон. Хули. Так, все, я ухожу под пас. Ух, справился. Тоже вспомнил про код, ты же в доме приглашения Мортель нашел. Ну да. Так нам и Джек сказал, что он в борделе. Че там? Ветер. Ветер какой-то второй. Вихрь, да? Значительно быстрее рудым клинком. Клевая дверь. Дверь X2. Так, золотую кошку. Риски. Риски получают смерть. Заслужили. Не надо было чему разносить. В следующей зоне есть множество выходных путей и лазеек, позволяющих выполнить задание разными способами. Обращайте внимание на все. Ой, рун-то сколько! Потому что есть? Нет, тут есть.
Я боюсь, просто обратно не залезу. А нет, нормально должно быть. Сюда. Что еще есть, что-то еще нету. Все внимание на все. Пойдем мы в бордель. Хорошо. Намек понят. Так, могу что-то качнуть? Умение. Смертельную тень могу. Четыре руны на смертельную тень, еще одну. Вот скипремии тоже. Всякие трюки проворачивать. Доказательств нет, крысы доказательства. Тебе просто крысы. Ага. Так. Оп, могу еще выше. Привет. Единственное место, где мне было 70% скала, а потом качнул смертельную тень. Это early in the morning. А тут все рядом. Никто нас не спасет от смерти. Так. Еду мы едим. Стражник, да? Я ж не упаду. Сейф можно на всякий случай? Ну как как бы их отвлечь. Someone helping! I will find you.
Так. А чё в смысле, а код? Вас понял. Это не он. А, это Морган. Да, это не он. Да, 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 да. Да, я что-то перепутал. Мне тогда с ним вообще не надо ничего делать. Простите меня за беспокойство. С того нет, ваши, конечно, могли бы пойти на помощь революции. Но придется без них остаться. Оп. Вон, торговец картинами мне нужен. У, кошель. Сатен. Рунка. 62 метра. Простите за беспокойство. Мне надо вот сюда. Да это ветер, ветер. Может дотянусь? Не дотянусь. И вот как назло никакой ни бутылочки, ничего нету. Трубы там сзади, много труб потолка. Карнизы, кстати, тоже. Блин. Как бы. Трубы. Трубы. Вижу трубы. Так, я уж побоялся, что случайно его сбросил. Внутри. Юная леди Амелия в саду за домом. Герцогиня, не знаю мира за этими стенами, но он не внушает мне страха. Я хотел бы узнать его, а избегала я вас лишь из-за трепета, который вызывает во мне ваше имя. Герцогиня Кайли, вдыхая розы. О каком трепете вы говорите, моя милая Амелия? Юная леди Амелия, поворачиваясь к герцогине спиной. Думаю, вы знаете, что я имею в виду. Рассказывай же вашего отца, все только их и обсуждают. Герцогиня Кайли, подходи ближе. Эти рассказы вас волновали, не так ли? Прошу, скажите, ведь я ваш друг. Юная леди Амелия, нерешительно. Герцогиня Кали, я... Да. Это так. В юности у меня была книга приключений принца Элисара. Я зачитывалась ею по ночам. Герцогиня Кали шепчет на ухо. Я тоже. Юная леди Амелия бросает свои объятия. «Но разве он не был вашим отцом?» Герцогиня Кали, глядя в ее волоса. Гладя ее волоса. «Это лишь сказки, Амелия. Пища для воображения». Юная леди Амелия сделала глубокий вдох. «Герцогиня, вы научите меня целоваться?» Герцогиня Кали приятным голосом. «Конечно». Но разве вы еще никого не целовали?
Из-за ограды появляется глава садовника Абри. Тот говорит с легкой запинкой: «Миледи, клянусь, у меня и в мыслях не было подслушивать. Прошу прощения, я тут чинил ограду и не осмелился вам мешать». Ты гникали, притянув руку: «Мы тебя прощаем, но в наказание тебе придется остаться. Подойди ближе». И на леди Амелии удивленно разоржённо хмурил брови: «Но он слуга герцогини!» Герцогини Калли, привлекая обоих ближе: «Вот пусть и послужит нам, юная Амелия». Так. Ага. Понял. Понял. Да вы издеваетесь. Вопрос наверху в курильной комнате. Так. Давай. Мать твою, ну ты и глухой. Здорово. Вот эта тварь, заметившая меня. Как бы взять эту руну? Что если... Я не хотел вообще по нему попадать, так получилось. Я хотел, чтобы он отвлекся назад, типа. Ага. Так. У меня теория одна появилась, как можно провести это все. Мне нужна бутылка, и мне нужно залезть под пол. Вам норм? Им норм. Просто ветер. А, кстати, блин, я пропустил момент. Не надо. Ну, кстати, было хорошо. Было почти. Нет, не знал. Найди сердце на человека, чтобы выведать его тайны. Опа, сейчас попробую.
И крылся с деревень незаконной дочери. Дополнительные рты, которые не прокормить. Я, кстати, знаю, почему. Возможно, они не отвлекаются на бутылки. Из-за... А вот почему меня не дамажили штуки. И совпадение. Быстрый разворот. Переплаваете. Клубец, тише, вот. Блин. А, норм. Как же я хорош. Порой бываю. Так, договорится, кабинет мадам. Умно там сверху. Я бы сначала... Так, сначала я хочу румку. Дверь закрыл, кинул бы в другую комнату. Наверное. Так, кабинет подам, и эта штука. Сейчас надеюсь, что тут никого и ничего нету. Трюк из вспоминаемой повести «Золотой кошки». Мистер Арро, поверьте, моя семья щедро заплатит вам и вашим помощникам, если вы найдете мою сестру. У вас есть ее имя и приметы. Мы рассказали все, что знаем о времени, которое Патриция провела в Даунли, прежде чем от нее перестали приходить письма. Есть еще одно предположение, но оно столь невероятно, что мне не хочется упоминать его. В Даунли есть некое заведение под названием «Золотая кошка». Там расположены купальни, хотя кое-кто утверждает, что это дом удовольствий. Я не представляю, как моя сестра могла оказаться в таком месте. Однако незадолго до ее исчезновения кузен одного вашего знакомого говорил, что Патриция работает там, поет и играет на арфе. Возможно, он опознался, но лучше бы проверить. Прошу учесть, если до месяца ветра ваши поиски не принесут результатов, я приеду в Даунл из Морли и найму другого сыщика. Так. Но фу. Случайно. Да. Мне сказали, что ты, что тебе отрубили голову в тюрьме, и ты умер. Как мама. Кажется, это было так давно. Но ты не умер. Теперь мы сможем бежать. У меня есть план, я уже два раза убегала. Здесь есть особая дверь на улице для особых людей. Я покажу, а если нас попробуют остановить, то ты сможешь с ними подраться. Не хочу я пока с тобой, сюда. Детский сад, что-то детский сад. Найди Эмили.
Подожди, может тебе деньги тут есть какие-нибудь? Вот деньги. Как ты могла уйти и не сказать мне о деньгах? То есть мне в кабинет нужно. Так, костяной амулет. Универсальный ключ нужен. Или в кабинет мне больше не нужно. Кабинет мне больше не нужен. Лорд Морган Пендлтон занялся с Лоли в кремовой комнате на втором этаже. Мистер Баттинг с Бетти заняли серебряную комнату на втором этаже. Лорд Кантис Пендлтон поднялся с Виолетта на третий этаж в курильню. Здрасте. Здоровый аппетит. Еда восстанавливает больше здоровья. О, деньги. Так. Подвал есть. А, это купальня. А, тут мы были. А, нет, это костюмерка. Знаешь, что учитель был, девочка? Нет, она миленькая. Эмили, как ее? Она пыталась удрать. Нашла черный вход для важных персон. Правда? Да, теперь он закрыт на замок. Единственный ключ Патриции. Что вообще здесь делает девочка? Она пленяется Пендлтонов? Понятия не имею. Они ее прячут. Надо вам было подставиться. Надеюсь, сейчас крысы не сожрут. Так. Вот вам эликсир за неделю, пусть ваши девушки пьют, там босс сказал, что это в последний раз, пора платить деньгами. Дом стоит на реке, значит, ты приплыл на лодке. Я подожду тебя возле лодки. Давай. Не беспокойся, хорошо. Цель спасена. Что есть? О, нет. Ресепшн. Оп-оп. Отрывки из список друг друга давай в чумными. Если из глаз пошла кровь, значит наступила последняя стадия. Смерти не избежать, вот действие. Пограничное распространение заразы. Всякий, кто присматривает за плакальщиками, больными в последней стадии чумы, должен регулярно поднимать защитные стадии. Зайдет любой, хоть эликсир, хоть снадобье. Простым работникам положена одна стандартная порция в день, офицерам двойная норма. Следует держаться на разумном расстоянии, в случае нужды используйте древковое оружие. Или зажигательные снаряды, дабы не подхватить блох и прочих насекомых. После использования следует со всей возможностью тщательно мыть железные конуры псов, на помещение сами кареты, которые использовались для вызова зараженных в специальные места. Так. Теперь пора наведаться к торговцу.
Не так. Так, серебряная комната, кто-то смотрит ее? Вроде никто не смотрит. Конечно, ги громче обычного. Ты располнела, милая? Здрасте. Поняла, как в прошлый раз, медленно, разряд давай только по команде. Пароль на сегодня, скажем, возмездие. Как слышишь, останавливайся. Один лишний взгляд, ты останешься без работы. Угу. Давай. О, да, отлично. Я это заслужил. А знаешь почему? Пелнул здесь, так? С них и начну. Я их надул. Кинул их на несколько тысяч. А, не жалеешь старика, не останавливайся, я все расскажу. Следствие Пендлтона стоит сотни тысяч, не меньше. Я им сказал, что это дешевка. А, возмездие, возмездие. Это было чудесно, но больше я не могу. Зови моих слуг, мы закончили. Этот персонаж занят. Тише, больной человек. Я просто дальше пытать? Закончили, я сказал. Возмездие. Пусти меня. Я же тебя не могу отпустить. Даже. У меня только рычаг, чтобы использовать. Я тебя выпарю, шлюха. Кто это? Чего тебе надо? Шифр. 696. Найс. Возьми все, что найдешь. Ох, сердце останавливается. Ой. Так, куда нам? Золотая комната. Может, через золотую сбежать получится? Да, я тут был, золотая никого. Теперь нужно выход для особых соп. А еще, да, я умру, старик. Сердечко не выдержит. Пролакин, а вот через выход для особых особ, он спит. Можно выбраться в... Вот это главное. Выход. В улицу и к дому торговца. Пак. Я не помню, куда он ведет, но из золотой кошки ты выйдешь. Все посмотрим.
Наконец-то. А, так, мне надо... Ну. Сюда. Так. Тут же можно бежать. Винный квартал. Девочка, тебе нормально тут было проходить? He's sure to be there. It's good to see you. Милая, рад тебя видеть, не мешай, иначе девочка может упасть в реку. Эмили, как ты пробралась через плакальщиков? У меня хороший такой вопрос для тебя. Ассасинов нету? Вроде нету. Так, сначала сам пойду в этот. Нормально. Ну, типа... Шесть, девять, шесть. Не воруй. В смысле? Руна моя. Ну, картину могу не красть. Урну могу не красть. Письмо прочитаю. Остальное его. А, руны картин могу. Главное урну не брать. А бабки его. Какие бабки? Вот это десятка? Хлебные травы? Кто конкретно его? Но все остальное. Урну не брать. Окей. Тогда возьму картину и... Рунку. Ай, ладно, даже картину оставлю на всякий случай. Где тут вход-то был? Который я прошел, вот он. На Battle Street. Все картины ачивку дают. Ща вернусь. Блин, вот надо было так депешниться. Дабл-стрит. Сейчас посмотрим, как к нему зайдем, скажем, все порешено. И пойдем к Эмили уже.
Наверное, курню. И за интернет надо заплатить. Да я просрочил уже на 5 дней. Даров. Вот комбинация. You brought me the numbers. I've been after this combination for months. If you ever need steady work, you come see me. Не забывай надо крипту купить. Мне, наверное, интересно, что я собираюсь сделать с пендлами. Видишь ли, у них есть шахта. Уход где-то на полмили под землю. Там работают сотни душ. Так вот, я обрею лордов нагло, отрежу им языки и отправлю их в собственную шахту. Пусть посмотрят, какая бывает жизнь. Вполне себе. Росло искусство. Выдобыли комбинацию. Сейчас приедем, апгрейднусь и закончу на сегодня. Хорошо. Хрен ли ты там делаешь? Мамкин ассасин. Так, тут же это. Ага. Было близко. Так, все собрал, все собрал. Увози. Да, готовы. Corvo, you must have worked wonders out there in the city tonight. I can't believe my old eyes. Пора возвращаться. 5 рун, 5 амулетов, 3 картины, половина монет. Одного врага как-то убил, хз как. 2 жертвы. Не знаю, кого я убил. Ассасина не я убил, вообще-то. И там их было 2, поэтому тоже хз. Значит, вы сделали свое дело, так ведь, Корво? Не мне осуждать благородных, но если кто и заслушал такой участи, так это подобное. В каком деле ты говоришь? О, о взрослом деле, девочка. Если ваша светлость. Не гневайтесь. Чего, золотой кошки, я слышал про много взрослых дел. Ох, мне надо смотреть, куда я веду лодку. Кстати, быть плакальщиков и Эмили помогла ветошь. Леди Эмили, меня зовут Калиста. Пока вы живете с нами, я буду заботиться о вас и обучать. Да, Инна, хотите взглянуть в свою комнату в башне? Я пойду с Калиста, Коро. До встречи. Давай. Ну, что скажешь? Ты не устаешь удивлять меня. С клинком в руках ты навеки изменил жизнь города. Братьев Пендлтонов больше нет, и теперь наш собственный лорд Пендлтон получит их голоса в парламенте. За одну ночь ты добился большего, чем иные люди за всю жизнь. Позже мне с собой надо будет поговорить, но сейчас тебя спрашивал лорд Пендлтон. Так, сначала... этот.
Любился Джеймер, честно. Да-да-да, я к тебе за этим пришел. Хочу взглянуть. 2500 у меня монет. Улучшу пистолет. Дальность мины. И куплю две рунки. Одну. Ладно. И тогда меткость. Плюс перезарядка. Тут у нас все могу покачнуть. Смертельная тень 4. Готово. Дальше сгиб времени качаю. Оп, F5. На этом я сегодня все. Спасибо, что были со мной. Рейд таково. Ну, тут не особо выбора есть. А, у нас модей могу. Ну, тут не особо выбора есть. А, у нас... Flash, raid. As. Модей. See you later, alligators. See you later, alligators.